Мне так нравится эта музыка. Ага, она, по-моему, всем нравится. Я из-за вашей музыки даже себя не слышу. Осторожно! Надо смотреть, куда летишь. Разлетались тут. Ну вот. Кузя, смотри! Всем привет! Чудовище! Господи! Что это за фокусы? Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает. Ай, доля воровская. Перекус таксиста чек! Венские вафли со сгущенкой. Хлеб вот с такой вот штукой. Пить энергетик торнадо. Чито с сыром. Сынок, смотри, я сегодня на рынке была и такие классные кроссовки купила. На, быстро померь. Да. Мам, ты чего, угораешь, что ли? Да меня все засмеют, они ж паленые, я не хочу это мерить. Сейчас леща дам, ну-ка, сука, быстро померила, что, зарестаралась? Ща! Вот, смотри! Ты, сука, блин, свой характер не показывай мне тут! Не снимай, сейчас отца позову! Исключено, что скоро телевизоры можно будет скатывать как коврики и носить с собой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Скриптон, и сегодня я расскажу вам, как же включить телевизор. Здравствуйте, вам помочь? Да нет, спасибо, я просто смотрю пока. Отличные кроссовки, хорошо подходят как для футбола, так и для танцев. Хорошая амортизация, высокая подошва, теплые. Сейчас я вам расскажу, как зарабатывать с ровного места 52 миллиона рублей в год. I'm Peppa Pig! Это же табурет, только ножка сломалась, так что на нем уже не посидишь. Тогда это будет мой шлем. Домная дворняга ездит в столовую в трамвае. О, быстро, обнова через 2 минуты. Гоу. Так, еще 30 сек осталось. Так, быстро. Встаю утром во сколько захочу. Принимаю душ. Беру завтрак, который для меня уже приготовили. Завтракаю на террасе. Собираюсь и выхожу из дома. Квартира новая, поэтому лифт такой. Еду на своей Порше в салон красоты. Заеби его, скажи ему дай, ладно? Тебя я тоже помню, ты этот Литвин, да? Да, брат. Я вас в ТикТоке видела, почему ты фейковые страницы делаешь в ВВК? Кого я делаю? Фейковые страницы, фейк, страницы. Я не делаю. ВВК, да. Брат, ты у меня только машину помыл, ты жирный. Дай мне, пожалуйста. Хочешь жвачку дам? А чё от жвачки? Чё, от жвачки запах нормальный изо рта. Ну, ты вроде бы ты постоянно деньги не даёшь. А ты, слышишь, ты пробовал работать, родной? Да, на кабачки и на огурцы работали. Честно. Да дай, скажи ещё. Всё, брат, мы поехали. Ну дай, пожалуйста. Ты чё, гонишь, что ли? Ну, пожалуйста, дай. Вася, ему бабок дал, он всё равно спросит. Ты чё,
гоните. Три. Летят два попугая, один зеленый, другой на север. Сколько будет стоить килограмм сушеных яблок, если отвинтить гайку от паровоза? Что это за тигр летит? Тормози туфлёй. На зону, ты на зону едешь, все. Труба тебе, понял? Ребята, я хотел уйти из дома, но кто-то насрал в мою единственную пару кроссовок. Кто это сделал, ребята? Что? Тот, кто это сделал прямо за мной? Что? Говорят, что это ты. Она это сделала? Пацаны, пожалуйста, я на митинги больше ходить не буду, уходите. БЧБшный флаг я с окна убрал. А, у меня девушка спит, если она проснется. Ребята, я этого не хотел, извините. Что написано? Ты чё, блядь, тупой? А ты?